Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и мое сегодняшнее видео будет о покупках из магазина Fix Price. Покупки я совершала в городе Челябинск по адресу Академика Королева, дом 10. В конце видео обязательно покажу чек, если не забуду, чтобы сориентировать по ценам. Ну, хотя цены я обычно называю. Сегодня у меня, скажу так, средний удачи заход, потому что, ну, новинок практически никаких не было. Кое-что я купила, то, что хотела, но... Сразу скажу, что товаров у меня не очень много. В общем, кому интересно такого плана видео, оставайтесь со мной. Я вам сейчас все покажу и расскажу. И первое, что я хочу показать, это вот такой вот конструктор детский. Цепляющиеся шарики с аксессуарами. В наборе у нас идет 232 шарика, 18 аксессуаров. 99 рублей они стоят. Там есть, значит, какие виды. Это получается у нас летучая мышь, наверное, сова и божья коровка. В нашем фикс-прайсе была только летучая мышь и сова. Божьей коровки я не видела. Ну, в общем, я решила взять вот этот конструктор. Если в следующий раз будет вот этот, куплю этот тоже. Сейчас вместе с вами посмотрим. Это что-то типа банчес. Помните, были одно время очень популярны эти конструкторы? Ну, посмотрим сейчас вместе. Я не знаю, что там, к чему и почему. Будем вместе с вами смотреть. Вот такой пакетик идет с аксессуарами. Я не буду уже доставать точно, потому что сейчас Ева будет все сама смотреть. Я вижу, что здесь есть ножки, крылышки, корона, очки, глазки. В общем, все, что необходимо. Ну, вот они на рисунке весь то, что будет входить. Вот они все детальки нарисованы, которые здесь есть. И сам конструктор достаю, и вот таким образом он выглядит. Ух ты, классный, яркий такой, смотрите, цвета какие хорошие. Красный, сиреневый, оранжевый, салатовый, такой зеленый и такой зеленый. Пальчики совсем не колет. Я боялась, что будет, знаете, колоть. Очень хорошо лепится, крепится друг к другу, посмотрите. Ну, классно, хороший конструктор. Я думаю, вот это вот действительно интересная задумка. Для детей за такую цену, тем более, я думаю, мне Ева будет играть с большим удовольствием. Да и я сама что-нибудь полеплю, если получится. Значит, 99 рублей. Фламинго, кстати, тоже из фикс прайса, как вы знаете. Но я поставила его для фона, покупала в прошлый раз. Кстати, на Академика Королева фламинго ламп нету, но есть алмазы. Кто еще не купил, но это я имею в виду, кто живет в Челябинске. Вот, следующее, что я купила, ну, как обычно, купила свою любимую шоколадку, конфетку, вафельку, обыкновенное чудо, стоит она 12,70, очень вкусная. Далее, что я купила, это была книга, хотела давно именно вот эту малахитовую шкатулку, у меня практически вся серия этих книг есть, я их постоянно покупаю, цена всего 77 рублей, я считаю, что это очень дешево. Бажов автор, соответствует СВГО, СДО, 77 рублей. Конечно, можно было бы тут и не рисовать эту наклеечку, ее не отклеить, не оттереть, ничего, она напечатана. Но, в общем, с другой стороны, я понимаю, для чего это делать, чтобы не перепродавали потом эти книги нигде, гораздо дороже, потому что на Лабиринте они 200 с лишним рублей стоят. В эту книгу входят такие рассказы, как «Серебряная копытца», «Огневушка-поскакушка», наверное, правильно так, «Голубая змейка», «Медная горы хозяйка», «Малахитовая шкатулка». Очень хорошие рассказы. Здесь очень довольно крупный такой текст, легко будет читаться. Но я это, конечно, беру как бы на вырост Еве, потому что это сказы у нас идут, потому что, ну, сейчас купить, и книги есть, пить не просит. Я уже много раз говорила, что люблю книги, и... как бы электронные варианты не воспринимаю. Думаю, Ева мне потом тоже будет читать с большим удовольствием. Следующее, что я купила, это были вот такие вот скрепочки. Я их в прошлый раз не купила, а в этот раз что-то смотрела, и вот этот вот чемпионат мира все-таки по футболу дал о себе знать. Это, в общем-то, такие, ну, для мальчишек, наверное, больше, потому что тут мячики и машинки, но я все равно купила, потому что здесь мячи вот эти футбольные мне очень понравились. Да, я смотрела футбол, мы с Евой смотрели, поэтому, видимо, это сказывается. Там много разных других, но у меня все виды уже есть. Цена у них 55 рублей, вот здесь у нас 10 штучек. Следующее, что я купила, это была вот такая вот тетрадь с совушками. 10-20, по-моему, у нее цена. Happy Dream, я люблю всякие разные тетрадки. Здесь с обратной стороны у нас идет таблица умножения, 18 листов, она в клетку. Пролинована, ну, то есть поля есть. Вот тоже. Не факт, что мы ее оставим для школы. Мы рисуем много, пишем. Поэтому я покупаю тетрадки, также складываю в свою небольшую коллекцию. Вот. Следующее, что я купила, это наклеечки.
Взяла вот такие прелестные. У меня такого в плана уже есть наклейки. Это декоративные элементы для украшения и творчества. Здесь идут две пластины. Вот две вот таких вот. Бабочка есть, цветочек. В общем, можно украсить все, что угодно. Ну, не только телефон, там, зеркальце, паспорт, кроссовки, но все, что вы захотите. Очень яркие, красивые. Положу в свою коллекцию наклеечек. Думаю, мне пригодится. Затем я купила вот такие вот классные наклейки. Вообще, они идут для ноутбука. Размер у них 23 на 17. Здесь вот 4 таких гитары и музыкальные эти, забыла, называются знаки, скрипичный ключ или как он. Вообще, ну, я в музыке ноль тоже. И микрофон. Есть вот такие виды. Ну, вот, кстати, я бы вот такие наклейки купила, но, к сожалению, не видела ни разу. Вот такая у нас висит, продается. Вот пуговки продаются. Вот это вот продается. Наушники тоже не видела. Подумала о том, чтобы купить пуговки. Я не буду, конечно, на ноутбук клеить. Я вообще приберу как бы в запасике это все. Потом Ева сама уже решит, куда что клеить. Потому что вы знаете, что у меня есть, скажем так, своеобразная коллекция наклеек тоже. Я туда хочу положить пока эти наклеечки. Следующее я купила вот такие наклейки. 51 рубль. И эти 51 рубль. У меня когда-то такие были. Это далеко не новинка, но Ева мне их и склеила, куда-то приклеила. Я решила взять повторно, пока прибрать. Здесь все, что я люблю. Велосипеды, фотоаппарат, бабочки. Все в таких цветах мятно-розовых. Ты, не знаю, таких коралловых. В общем, марки, письма я очень люблю. В общем, все такое девчачье, классное. Тоже 51 рубль. Далее, что я купила? Так, блокнотик. Без блокнотика я не ушла. К сожалению, новых блокнотов никаких нету. Есть только кулинарные, для кулинарных рецептов новые вот эти блокноты. Ну, у меня есть уже несколько штучек, другие я не стала брать. Конечно, рисунки там яркие и сочные, но как-то не стала я брать. Я взяла вот такой блокнот. Здесь котик нарисован такой классный. Сверху, забываю все время, это такая обложка пластиковая. И обычная бумажная, такая картонная, ну, картон не сильно плотный, обычные листы здесь в клетку идут, без полей, на пружине. Но это не тетрадь идет, это идет блокнот, здесь 100 листов, опять. Я бы больше сказала, что это тетрадь, конечно, но неважно, в мою коллекцию. Дальше я купила новые точилки, наверное, уже все их тоже показывали. Ну, я, конечно же, купила, в прошлый раз я покупала, мы пользуемся, мне они нравятся. Яркие, прикольные, интересные, тоже всегда пригодятся. Взяла вот такие, вот они, может быть, больше для мальчишек подходят, но я люблю самолетики, Ева любит самолетики, поэтому я решила взять. По 51 они, по-моему, или по 55, ну, в общем, в чеке, по-моему, 51 рубль этот набор стоит, обычная точилочка. Вот, самолетик и машинка, затем два вот таких вот мяча для пляжного волейбола, наверное, красный и синий. Я не знаю, все виды я взяла или нет. Нет, кстати, там еще были совушки, но совушки я не стала брать, потому что совушки у меня уже есть. Затем вот такая прикольная кукуруза, яркая. И арбузик с апельсинкой. Вот такие вот классные точилочки. На Алиэкспресс я заказывала такие точилки. Не помню за сколько, но в фикс-прайсе получается дешевле на самом деле. Вот по 51 рублю. И еще одна такая, не одна такая, а несколько покупок, которые я совершила. Это были пеналы. Я не знаю, я схватила 3 штуки, не знаю, зачем мне целых 3 нужны были, но я вот не смогла устоять, как говорится, и не купить. Поэтому купила. Это вот пеналы. Вот таким образом они выглядят. Они стоят 99 рублей. Конечно, цена им все-таки подешевле, я думаю, 77 максимум. Ну ладно, что есть, то есть. Я взяла, мне понравилась картинка. Вот совы. С одной стороны они идут объемные, с другой стороны нет. Немножко как беззеркальные переливающиеся. И на замочке вот так вот расстегиваются. И внутри здесь все плотно. И вот сюда что-то можно положить. Я больше взяла так вот, знаете, не для школы, а вот складывать сейчас Еве играть, туда какие-нибудь игрушечки складывать, что-то для куколок, резиночки для волос, в общем, с этой целью, потому что они такие прикольные. 99 рублей с таким рисунком взяла. Затем взяла вот с такими кошками классными. С одной стороны, да, они идут объемные, с другой стороны нет. Но я не буду расстегивать, здесь все то же самое, вот на замочке. Так. И взяла еще один. Самый красивый, который мне больше всего нравится, это единорог.
такой вот нежно-голубой, и на фоне единорог сидит. Ну и с обратной стороны. Ну и все то же самое. Замочек, кстати, замочки вот у желтого с голубым вот такие вот собачки, ну замочки, а у кошечек немножечко другой. Ну, не суть, дело важно. В общем, вот это были все мои покупочки на сегодняшний день. Очень немного. Я, конечно, немножко расстроилась, но ничего лишнего не стала брать, то, что мне не надо. Я думаю, схожу через несколько дней еще раз. В субботу, по-моему, будет завоз. Поэтому можно будет сходить в воскресенье. Возможно, что-то новенькое привезут. Сейчас покажу чек, что я купила. Так, бонусы я не списывала, поэтому вот показываю чек. Как-то бледно напечатан чек в этот раз. Ну, если что, вот можно будет остановить. Я вроде бы все цены правильно назвала. Потратила 973 рубля 10 копеек. Вот такие дела. На этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходит новое видео. Ну, а я, конечно же, в свою очередь буду готовить для вас новое видео, новый обзор, новые болталки, новые покупки и многое другое. Всем пока-пока и до новых встреч. Пока!